Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Александр, я приветствую вас на проекте «Строй и живи». На наш экстренный выпуск, это предыдущий видеоролик, откликнулись люди как раз в Солнечногорском районе, где я находился, и попросили приехать оценить строительство каркасного дома. Мы приехали, оценили на планшет, на котором мы сейчас все это дело снимаем. Полностью обзор этого каркаса мы не снимали, так как это... Ну, неправильно. Мы сняли это все на качественную видеокамеру, в дальнейшем смонтируем качественный видеоролик, а сейчас это небольшой анонс того, что мы вчерашний вечер провели не зря. Вчерашний вечер. Все, давай. Вчерашний вечер.